Так, друзья, всем привет! Пошла первая битва. У нас сегодня Алексей и Шагер будут сражаться в рамках турнира New Maps Cup. И это первый бой между участниками. Шагер у нас стартует сверху, играет за Нюка. Ядерный генерал под руководством Шагера и СВГ. Супер оружие во владениях у Алексея. На ближний суплай покушается уже Шагер. И сразу же завод возводят. Так, у Юса два суплая вижу. Завод, барак уже готовит, Шагер. Завод у него уже готов. И в третий суплай, что ли? Да, посмотрите, в три суплая играет Шагер. Его баронку так идет. По крайней мере, попытка какая-то есть. Делает оборонку Алексей. Нерву не успел заказать. Досадно. Ведь проедет сейчас Гаттл, да? Или все же успеет? Нет, успевает. Смотрите как. И ловится Шагер на пушечку, хлопушечку. Справа остался отконтролить. Да зачем? Зачем сюда ехать? Конечно, можно лычку получить хамбеем, попробовать за счет этого. Но нет, нет, не получилось. Здесь строится пушка, но, наверное, поздно. Заезжает Гаттл. Стоял и дальше поехал. И один чинук здесь может пострадать, если Алексей вовремя... О, он второго заказывает, смотрите, и второй чинук просто подставляется. Нет, отъезжает, отъезжает. Второго тоже убирай. Хотя пытается поймать как-то. Убивается, убивается чинук. Нет, отлетел. Уже в пропаганду пошел Шагер. Как-то глупо так слился. Но теперь экономика может быть восстановлена. Алексеюшка, не спи. Катится на аутпост и, в принципе, легко разбирается. Даже высадил на всякий случай ракетчиков. Нужна доставка, генерал. Подъехал к котлы и просто молчат. Что-то нечто интересное готовит Шагер. Котлы, ракетчики. Наверное, и ЦМ-ка будет. Возводит в командный центр. 1150 у Шагера и 1600 у Алексея. Готов уже Лотос у Шагера и бежит она наверх захватывать две постройки. Залез все-таки Шагер на бункер, где куча ракетчиков.
Еще пушечку захотел влепить. Так, ну что ж, зачистил Шагер все это дело. Тут же одной пушкой, конечно, не обойтись уже. И старается вот проехать. Сейчас пушка покажет. Привет, привет еще раз. Лотос уже все сверху захватило. И тем временем, смотрите, оказывается, Алексей тоже захватывает здание. Какой эпичный взрыв. Ох-ох-ох, пошли, ребята. Даже сам себя можешь забанить. Что за бред? Так, ну в центре сейчас жара будет. И Алексей заранее еще печку делает. Ой-ой-ой. А зачем? Печку. Очень боится, что ли? Да, видимо, очень боится потери энергии. И китаец все ближе и ближе подходит к Алексею. Ядерные пухи надо, и все. Но не делает их Шагер. И готовится, скорее всего, Альфа Аврора. Все, очень дестрой активирован. Да, Аврора пошла, сейчас готовится. Ну, возможно, раза два она и пульнет здесь. Хаммеры, поехали, дозера прячь. Алексей. Понимаю, второй есть. Жалко же его. Замораживается дозер, в общем. Ракетчик сейчас сольет ракетчиков. Просто сливает все здесь. Алексей. Китай спокойно пробивает. Вылетает Аврора. Возможно, один только будет выстрел или же нет. Сейчас узнаем, куда стрельнет. Сразу вылетело. Бабах. И томагавк пошел. Собственно, вовремя Шагер напал. И туда пушку бьет. Так, выехал еще Хамви, оказывается, где-то был спрятан. Готов командный центр. Вряд ли повышения имеются, но, может быть, и есть какие-то. Даже дозер подъехал. Теряется вся экономика, все чинуки теряются. Все, Алексей просто сломлен. Дракон снизу сейчас подходит, все сжигает, там командника, дозера и, ну, и ГГ это. Командника даже сразу продает. Еще суплай хочет. Кстати, здесь сколько осталось? 15 тысяч. Только половину.
накопал Алексей. Скидывают все повышения различные и все, хана. И сдается Алексей. 1-0 в пользу Германии, в пользу Шагера. Конечно, будет, мы только начали. Так, переключу пока счетчик. Алексей. Тут у нас Шагер будет. Алексей, Украина. Blessed Lands следующую карту выбирает. Алексей. Или только предлагает Шагер. Погнали. У какого-то зрителя обсервера нету карты. Но решил посмотреть турнир. Так, у нас Чина и ВВС США. Неплохой такой расклад, конечно же. Печек начинают. Немножко странным образом суплай строится. Видимо, Алёшка очень далеко реактор построил. Ой, новый генерал пока никогда не выйдет. Выходит различного рода Грейгу. И как он там, Company of Heroes, по-моему, еще Warhammer что-то там когда-то будет. Так, выходит здесь машинка, и она засек, заметил здесь завод вражеский. Пытается сейчас дозера отминусовать, видимо, сейчас, да, Hellfire выскочил. Теряется дозер, то есть осталось добить военный завод. Труповост, дракон, гатл. Пока непонятно. Гатл. Нет, плохой выбор. Просто слился гатл. Совсем чуть-чуть ранил только одного хамвея. В общем, потерял Лёшенька наш завод.
И захватывает сразу две вышки. Смотрите, что делает тогда. Я даже не заметил, он пошел в три бульдозера. Суперстрата. И наглый шагер что-то вперед-вперед лезет. Вот наглость-то, да? И у Алексея очень много финансов теперь. Армии, правда, никакой. Денег много. Подъезжают уже три хамвея. Может ли что-то успеть сделать? Гаттл его может спасти. Посмотрим, если Шагер замедлит с этой группой. Не, ну он стремительно едет. Очень даже стремительно. Этот чувак, видимо, тоже хочет вышку захватить. Теряется второй дозер. И увидел Шагер, что есть еще и третий, поэтому для него не будет сюрприз. Лешенька любит всех тушить на раз. Он компьютерных игроков хорошо бьет. Ну все, миги заперти. Шагер в центре уже развивается. И будет попытка захватить суплай. Увидел сразу Шагер и... Что, просто задавится. Да, просто задавился, приятель. Ой-ой-ой, Шагер, что ж ты не туда бьешь-то? Котлом надо на месте было стоять и убил бы. Все, уже поздно. Ох ты, на минках поймал. Нормально, нормально на минках так. 2000 есть у Алексея. 1200 у Шагера. Играет он в 3 суплая. Алексей же играет 2, но зато у него под контролем 2 вышки еще. Хорошо так заехал Гаттл. Тяжело в центре Юси добывать ресурсы. Обязательно надо этот домик тогда занять, на самом-то деле. Нет, не возвращает чинок еще. А мог бы. Мог бы сразу быстренько его взять и вернуть. По центру поехала группа, и пока центр и дирижует. Алексей. В принципе, он видит из-за вышки. Напалма еще нету. Почему без напалма-то? Очень нужен напалм Алексею в борьбе против хамеров. Так, ну минус одна вышка. Спокойно ее терпит утрату Алексей. Убивает суплай и филд. Ух ты, а все тогда сейчас потеряются. Некоторые друзья филдные. Миги все не сядут на место. Дожигается и снова идет в атаку Алексей. 4 гатлами. И встречает его Шагер уже. Сколько? 7 аж. Дозер быстренько убивается. По дозеру бей! Ты куда бьешь, Алексей? Кто куда бьет, Гаттл? Команда-центр вот уже есть у Алёши. Напалм? Да, напалм есть. Ох, сейчас возможно... Куда стрельну? Надо было в группу стрелять. О, не туда стрельнул Алексей, куда-то в край. Мог бы такой огонь сейчас разжечь. Наверху же написано, или ты не видишь? Ты закрытыми глазами смотришь стрим? Игра у нас была 5, значит, до 3 побед.
То есть лучшая серия из 5. Я столько времени смотрел мой стрим и не понимал в каждой игре, а какой счет и до скольки битв идет там, да? Ой-ой-ой! А, не, команд, посмотрел, думаю, сейчас дозер потеряет, нет. Дозер можем, в принципе, еще потерять Алексею. Хотя лучше не терять. Едет он на суплайку. 15 тысяч все-таки там есть. До сих пор справа собирает свои ресурсы. Шагер. Это ему, конечно, на пользу. Держать строй. Пытается суплай уничтожить. Слушайте, а хватит мигов? 4 мигов. Нет, друзья, не хватает 4 мигов. Ой, убейте уже этого пилота, а. Так, летит, летит, летит. Да. Просто слились. Слышим, захват идет со стороны Шайгера. Да не, нам Airfield больше нужен, чем Гатлинг. Пушка. Приехал дозер, чинится здание. Спектр ганшип полетел. Сейчас кого тут крушить будет. По суплаю бьет. Единственный суплай, который остался. В принципе, расстроен, да. Здесь 3000 осталось. Ну, как-то не резон тогда здесь суплай уже строить, если честно. Пусть отсюда бегают друзья. У Шайгера, смотрите, какие фулачища. 16 тысяч целых. 1800 у Алексея. Тихонько просто забирает Шайгер своей авиации, все юниты у Алексея. Снова этот напал могой, ну тут еще и дозер появился, или дозер может сгореть. Нет, даже дозер не сгорел. Ничему не учится Алексей. И в технологии пошел. Ой, 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 зачем? Ради 600 баксов, считай, построил. Вот этими машинками бы рулил. В дальний путь и все. Уничтожается домик и заодно аутпост. И по центру у нас открывается проход. Так, Шагер во вторичную экономику-то как-нибудь идет? Нет. Нет, нет. А, он здесь суплай уже построил, точно. Он уже и на другой стороне копает ресурсы. Никак не мешает Алексею уже этому. Просто сам будет пытаться собирать. Отключается электричество, уничтожается трак. И немножко коцается центр снабжения. Здесь пушка, да, добивает спокойно.
А, два аэрфилда уже есть. Не, ну против авиационного генерала, против ВВС США. Сегодня именно, да, я думаю, да, будут, там же есть у нас премьер-лига. Но конкретно, ладно. Не знаю, сразу будут, не сразу. Все, наспамил уже, смотрите, Шагер, куча хамвеев. Ох, огонька бы сейчас сюда. И летит, летит. Давай, огонек. Ух, ух. Эти-то миги. Ну, Алексей, ну эти миги-то не стрельнули. Один миг остается в живых. Блин, ну неправильно. Тут еще бочки были. Мог бы по бочкам стрельнуть. Такой бы бадабум был. Не пользуется Алексей вообще картой. Нагатов наезжает. И Сэмки тут, конечно, вообще в тему. Так, получается, ковровочка была, да? Смотрите, не убивает Гатл. Молчит пока Шагер. Снова ковровочка. Накроется, не накроется. Да, накрывается. Накрывается филд. Снова попытка заехать Алексеем. Как что-то сделать здесь. Да, здесь у нас минки есть. И наезжает. Эпично так выжил, конечно. Пачка хамвеев. Уже летела бомба, она отменилась, потому что команник домочили. Концовка довольно эпичная. Так, 2-0, 2-0 счет. Впереди Шагер. Что пишет? А, это у нас Алексей эмоциями делится, что а, он Аврорами не успел, это все Аврора. Если бы Авроры ранее были, он бы все затащил. Но, увы, нет. Так, у нас городок маленький. Торнамент Сити. У меня же есть ГГ чётик.
Не хочет на этой карте Алексей. Турнамент арена. Здесь согласен. Турнир, турнир. New Maps Cup. Играют игроки на новых картах. Симметричных, оттестенных и прочее, прочее. А-а-а, ребятки пропали. Ай-яй-яй-яй, что случилось? А, это старая игра была. Токс. Снова у Шагера такое маленькое преимущество. Армилак прямо у него сегодня. Жалеет уже Шагер Алексея. Неужто готовят батл чена, затем, возможно, еще и хамвея или двойной батл чин. Посмотрим. По-быстрому хочет, в общем, Шагер убить Алексея, видимо. Еще вот эти пацаны пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, батл чин. Вот он вышел. О май гад, пишет Алексей. Пытается залазерлочить, немножко кромсает, конечно, хп Алексей. Потерял два здания. И направляется на захват выше. Правда, еще не выучен захват. И взаимный дроп делает Алексей. Спешит на помощь батлчи, но уже понимает, наверное, что, собственно, тут можно и не помогать, и хамвей справится. Или же... Нет, на дозера навел. Так, что насчет захвата? Захват выучен. Получает люлей. И пошел захват. Вновь второй барак возводит Алексеюшка.
Теряется еще и дозер. Здесь еще один остался, конечно. Это уже все, это уже все. Однако Алексей тоже захват выучил. Увидел, что здесь есть вражеский, пошел его добивать. Здесь тоже двоица бежит. Нет, остановилась. Ну, сажает в чинук свой Алексеюшка МДСников. Теперь снизу убивает. Ну давай захватывай уже. Сколько можно ждать? Лёшка, ёлки-палки. Как никогда Алексею нужна скорость. Ой-ой-ой, здесь просто сливает. Нет, все-таки остановился и достреливает. Пошел перехват вышки. Вот там даже двое захватывают. Что, конечно же, плохо. Захват отменяется. А вот снизу, наверное, все-таки успеет захватить. Бьет по экономике. На одном военнике хочет дожить, а будет... Ну-ка, еще один. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, замкнутый круг. Странно, почему не стрелял. Очень странно. Да, друзья, я пропустил, как потерял батл чинука. Видимо, все-таки с этой базы было связано дело. Бьет по экономике. Вновь и вновь. Снова отменяет захват. Да, зачем-то продает военный завод Алексей. Зачем возводил так тогда? По-моему, от него хаммера мы ни разу не видели. Ой, не знаю, не знаю, друзья. Попробуем найти еще какую-нибудь игру. Можно... Надоел-то, пишет Алексей. Да, и Алексей все-таки проигрывает. Нас разгромили. Ноль, собственно, счет, и Шагер у нас побеждает, проходит дальше по турнирной сетке, а вот Алексей уже выбивает, потому что два раза проиграл подряд.